Ребята, всем доброго времени суток. И давайте в данном видео сделаю обзор на еще одно ICO. Это будет проект LessFX. Ну и давайте разбираться в его сути. Начну с того, что предпродажа токена начнется через 19 дней. Вот, но вы прямо сейчас уже можете записаться в белый список. Ну и давайте вникать, в чем же особенности данного проекта. Что такое LessFX? Это обмен криптовалют, который предназначен для новаторских, но простых торговых функций для инвесторов со всего уровня опыта. Цель данного проекта – создать торговую платформу, которая поддерживает как новые, так и хорошо зарекомендовавшие себя криптовалюты и представляет пользователям все более широкий выбор торговых возможностей. Почему же именно LessFX? Дело все в том, что это обмен криптовалют, который нужен для новаторских, но простых торговых функций для инвесторов со всего уровня опыта. То есть LessFX является платформой, которая будет предоставлять широкие возможности криптовалют, также криптотрейдинга и блокчейна через хорошо продуманный пользовательский интерфейс и легко понятную технологию криптоторговли. LessFX представляет функциональный токен LFX, чтобы упростить как раз таки обмен данными с удобными инструментами. То есть данная платформа позволит инвесторам изучить предварительные и после продажной сессии использовать критические и технические индикаторы, данные, анализ, стратегии сообщества и базовый анализ. То есть что мы можем отметить? Можем отметить стабильность и страхование, то есть данная система постоянно обновляется и тестируется, чтобы обеспечить соответствие данным требованиям лучших отраслей стандартов. Также это открыто и прозрачно, то есть команда LessFX знает, что невозможно завоевать доверие и быстро создать репутацию, и они будут стремиться каждый день заслуживать уважения и доверия. Также здесь будет 24-часовая поддержка, что безусловно является тоже очень удобным. И также будут частные безопасные сделки, то есть будут защищенные транзакции, проще говоря. Также мы видим, что здесь есть реклама, есть торговый рынок, также здесь есть система голосования данной площадки, также электронная коммерция. Ну и конечно же для более детального описания данного проекта я рекомендую вам обратиться к white paper данного проекта. Теперь давайте про экосистему поговорим, то есть тут что есть, это мультидоступ, полная поддержка, также низкие комиссии и мультифункциональность. Далее мы видим новости, связанные с данным проектом. Вот, и тоже, что еще указано, что LessFX Exchange – это компания с быстрым переходом с бизнес-моделью следующего поколения в обменном пространстве криптовалют. То есть важно понимать, что платформа LessFX имеет все предпосылки для успеха и занимает лидирующие позиции среди игроков в данной отрасли. Это связано, конечно же, с тщательным стратегическим планированием и надзором творческой и преданной основательной команды. То есть краеугольным камнем разработки платформы является подробное внимание к пользователям, клиентам и удовлетворение их потребностей в качестве наивысшего приоритета. То есть следующий этап разработки проекта – это запуск достаточного токена LessFX вместе с торговой программой. Важно понимать, что для того, чтобы полностью революционизировать будущее торговли цифровыми активами, они, в общем-то, соединяют все лучшие из технологий Forex, которые уже существуют давно, с новой, но тем не менее очень хорошая технология, это, конечно же, блокчейн. И при этом предоставляется каждому лучший опыт торговли, то есть LessFX будет первым выбором трейдера и инвестора, который будет поддерживать конкурентное преимущество. Ну и также мы видим, что они применяют глобальный охват, то есть они будут, в общем-то, выходить на рынки и Северной Америки, и Южной Америки, и Европы, и Африки, и Азии. Далее видим события, которые связаны с блокчейн-конференциями, где будет представлен, собственно говоря, данный проект LessFX, и, соответственно, вы можете посетить эти саммиты и там уже, в общем-то, лично познакомиться с данным проектом. Ну что ж, да, информация идет про токен данного проекта, но это отдельная тема, которую лучше разберу далее, уже в следующем видео. Также поговорим еще и про дорожную карту данного проекта. Пока же я с вами прощаюсь, тогда всем спасибо за внимание и до встречи в следующем обзоре.